Здравствуйте, друзья! Разберем с вами в этом уроке произведение Макара Якмаляна «Амен Хаер Сурб». Точного перевода я не знаю. «Амен» — это «аминь», «сурб» — это «святой», «святый», «хаер» — точно не знаю, что такое. Вот это очередной не православный, христианский гимн, церковное произведение. И играется оно, конечно, в идеале с аранжировкой. Вот, если вы посмотрите, как его играет Георг Дебагян, например, на Ютубе, или послушайте, как играет Аргишти, тоже с аранжировкой, с органом, звучит очень-очень красиво. Вот. Не мешало бы хорошую минусовку для этого произведения, но мы будем с вами играть просто под дам. Что еще делать? Если хотите, вы можете приобрести где-нибудь эту минусовку красивую, вот, по типу такой, под которую Аргишти играет, если играть. Я познакомился с этим произведением уже давно, но никогда не мог его по какой-то причине выучить, не хватало навыка, и вообще я уставал, потому что произведение очень длинное, и желательно иметь его записанным как-то на нотном стане, чтобы не ошибаться в длительностях нот и все такое прочее. Вот, но я как смог запомнил, играю без всяких нот. Так, играть мы его будем от пяти пальцев, снова в ла минор. Поехали. Thank you.
вы заметили, довольно длинная. Ну что поделать. Ну поехали, вот так играется. Начинаем с ноты фа диез. Играется это быстро фраза. С ноты си.
Простая фраза, нужно ее постараться запомнить. Начинается вот отсюда. Третья часть. Дальше. Появляется нотка, которая не содержится в ладе си минор. Вот эта нота соль диез. Надо ее хорошо поймать. Я сейчас не очень ее хорошо поймал, пока играл. Уже из-за усталости губ. Еще раз, смотрите, мы начинаем опять снизу с ноты си и поднимаемся вверх. То есть мы идем не в сторону ля после этого, а просто убираем этот палец и прижимаем губы до нужной ноты. Так вот. Еще раз. Дальше. Thank you.
четвертая часть. И пятая часть, она повторяет, по-моему, вторую. Ну так. Сурб играется очень торжественно, лучше всего звучит под аккомпанемент органа. Как я сказал, вот я тренировал сейчас ее, когда учил, тренировал под произведение, под запись оргишти, потому что он там играет под орган, и дам там меняется, аккорды меняются, и играть так становится очень красиво. Вот. В общем, как мог, вам показал. Нот в этом произведении очень много, но зато оно не очень трудное, если не считать того, что очень длинное, и поэтому через некоторое время я вот его уже просто, прежде чем записывать, три раза сыграл, и уже губы, чувствую, просто устали, и уже верхнюю, например, нотку там соль диез беру плохо. Вот на этом камыше. Так что, ребят, давайте учите Амен Хаэр Сурб. Отличное, красивое произведение, ничего сложного, орнаментов нету, как и, в принципе, принято здесь в церковных произведениях. Здесь нет никаких выкрутасов, нет никаких особенных там мелизмов, ничего такого нет. Просто изредка какой-то небольшой форшлаг там вставляется, можно и вообще без них играть даже. Вот, просто играть по нотам и все. Вот так. Это был Коруна, увидимся.